5 ноября 2023 года. Воскресенье, и в этот воскресный день мы выбрались прогуляться на водопады Шомио. Thank you.
принципе, идея приехать на водопады Шомио очень классная, потому что сейчас осень, начало ноября, и самые краски в горах. И можно наблюдать отцветающую листву всех деревьев, особенно красивые лиственные, потому что диапазон цветов от желтого до темно-красного, конечно, завораживает это все. Мало, потому что осень. Больше всего воды в июне, когда снега тает. Вот он, самый большой в Японии, 350 метров.